есть ли с ним встречи? Хочу понять, в чем участие главы администрации. И как вы сейчас работаете с остальными депутатами, как вы выбрались, со всеми ровно или с кем-то есть какие-то особые отношения? Спасибо. В соответствии с пунктом 1.29 статьи 45 Устава города Пензы, администрация района осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов. Как мы сейчас работаем, вам может ответить, я так думаю, сосед. Все выборы у нас, все, вернее, депутаты с левой стороны. Наверное, знаете, да? Все депутаты, мы уже разговаривали об этом, находятся в равных условиях, в настоящее время, как вы говорите. Со всеми мы работаем. И не было такого, чтобы я кому-либо из каких депутатов, либо администрации района, на его вопрос, на его запрос там, не ответил, либо что-то не сделал в рамках нашей компетенции.